Громко и четко. Ваша фамилия, имя, отчество? Яковлев Юрий Георгиевич Витальевич. Число, месяц, год рождения? 54-й, 22 июля. Уроженец? Тбилиси, город Тбилиси. А на территории Москвы, Московской области давно находитесь? Я нахожусь в России, не в Москве, а в России. 89-го года я прописан в Пермской области. Понятно. В Москве чем занимаетесь? Я инвалид второй группы. Не работаете, да? Понятно. За что сотрудники полиции задержали вас? Ну, остановили. Ну, следственные органы выяснят все сейчас. Не хочу говорить вообще не за что. Про вас было что-то запрещенное? Вообще не буду говорить, я неплохо себя чувствую. Не хочу ни о чем говорить. Понятно. Еще один вопрос. Вы вором в законе являетесь? В этом кабинете сейчас знаю, что и меня не раздают. Наполеоном являюсь, Бонапартом. Все.